Мы жили очень хорошо. Я так хочу вернуться в той прошлой жизни. Очень хочу. Хочу вернуться домой. Увидеть свое место жительства. Я сейчас очень сильно хочу домой. Хочу мир. Doamna Claudia, împreună cu fiica ei, au ajuns la Căușeni încă din primele zile de la începutul războiului din Ucraina. Conduceau o activitate antreprenorială în regiunea Nicolaev când au dat bombardamentele peste ei. Două săptămâni au tot căutat transport pentru a evada din calea focului, iar când s-a deschis primul coridor verde de trecere, s-au îmbulzit alături de alte sute de ucraineni pentru a scăpa în viață. Там у меня на Украине работа. Работала хорошо. Все было. Осталось сейчас без ничего. Предпринимательство я закрыла, потому что невозможно там находиться. Fica femeii care locuia în Odessa spune că au fost nevoiți să închidă totul și să-și caute adăpost într-o lume total străină. Au avut norocul să fie cazate într-un centru de plasament, unde au parte astăzi de tot sprijinul. Nu, там где мамина квартира, там атомная станция, это город атомной станции. Вот, и мы вообще хотели поехать посмотреть, что там хотя бы делается дома, но за два дня до того, как мы хотели туда выехать, сколько, на 300 метров от атомной станции упала ракета. Ну и мы решили, что лучше туда пока не ехать, это точно, потому что никто не знает, что может случиться через две минуты, не то, что там завтра. Вот. Мои знакомые, которые находятся в Одессе, какое-то время было тихо, все и спокойно, но вот последние месяца, не считая тревог и бессонных ночей, потому что тревоги там звучат бесконечно, у нас на телефонах тоже раньше стояли программы, они как бы, если работает интернет, они здесь тоже срабатывают. Мы их удалили, потому что, ну, это нереально, я не знаю, как там люди, там психика, наверное, уже просто нарушена. Вот. А последние дни там начали летать опять какие-то там иранские дроны, опять начались выстрелы. Это шахеты эти? Да, да, да. Вот вчера ночью опять, ну как бы это уже сколько, пятый день подряд. Там начинают, они летают низко, их не могут сбить, вот эти ПВО. Начинают стрелять из автоматов, это все слышно на весь город, эти звуки, это эхо. Ну это страшно. И ты не понимаешь, что происходит. Это у тебя возле окна стреляют или это где-то возле моря, потому что ну, очень сильные как бы, взрывы слышны. А если они попадают в свою цель, то, естественно, там уже гремит полгорода. Tot din primăvara anului curent, într-un alt centru de plasament, se adăpostește Olga împreună cu Nora și trei nepoți. Era cât pe ce să-și piardă nepoții după ce au nimerit sub explozii în stradă. Acela a fost momentul crucial când au decis să plece. Я сама русская. Я родилась в Ангарске, в Сибири, на Байкале, в Ангарске я родилась. Я там в школу пошла, да. Я чисто русская, но у меня сейчас такая злоба на них. Когда начали кассетными бомбами стрелять, а мы бежали в подвал через проспект и попали под этот бомбежку. Хорошо, мы за домами успели. Мы их с невесткой троих на пол, сами их накрыли сильно. И вот тогда я поняла, что нужно уезжать. До этого, ну как бы, бахло, гремело, стреляли там как-то. Ничего, когда начали кассетными, у нас так, у меня, я в центре живу, фуршет магазин, АТБ, фуршет по левую сторону, а по правую сторону у нас больница большая, и посередине вот наш дом. И вот, это, как начали бомбить, вот такое. Я после этого, как нас обстреляли, то спать на пятом этаже, мы несколько дней к сестре бегали, уходили на ночь, она на первом этаже, там где подвал, куда мы убегали. И мы у нее, я не могла находиться, потому что то слышали, ракета пролетела, прям такой гул над нами, как пролетать. Вот так сидишь, и она летит над это самое, да, такое. Это, танки постоянно, танки туда-сюда, туда. Мы как раз у меня окна на проспект выходят, и так вот. Как, во-первых, у меня сын военный. Сын у меня военный. Я, конечно, боюсь за все. Acum copiii sunt bine, iar toți sunt departe de explozii și sunetele de sirenă. Я скучаю по крысе и по собаке. Toate persoanele refugiate care aleg calea străinătății au mare nevoie de terapii psihologice, spun experții care afirmă că în cazul lor reabilitarea este de lungă durată.
А у него есть консультация психологика pentru a obține un echilibru emoțional stabil. Dar necesită timp pentru reabilitare. Noi oferim persoane refugiate vouchere ce ține de procurarea rechizitelor școlare pentru copii, alimentație, produse de igienă și chiar și medicamente au fost procurate. Și sigur, asistența psihologică, socială și juridică. Doar în prima lună de război, Republica Moldova a alocat 200 de milioane de lei din fondurile de rezervă, aproximativ 10 milioane de euro pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Cea mai mare parte a banilor a fost alocată pentru sporurile oferite personalului implicat. Totodată, 58,2 milioane de lei pentru gestionarea crizei refugiaților au fost donați de către populație și agenții economici doar în prima lună. La începutul lunii octombrie, Guvernul Republicii Moldova a alocat alte peste 6 milioane de lei pentru criza refugiaților din Ucraina. Datorită felului în care oamenii s-au implicat în gestionarea crizei, țara noastră s-a ales între timp cu sloganul „O țară mică cu inimă mare”. Potrivit cifrelor oficiale, în țară mai rămân peste 70.000 de refugiați, iar pentru tinerii ucraineni sunt organizate diverse activități care contribuie la incluziunea socială a acestora.